Обеспечение детей-сирот жильем – немаловажная проблема. В регионе очередь на получение квартир среди выпускников детских домов сейчас составляет более 1500 человек. В 2014 году Ивановская городская администрация приобрела 28 квартир, которые совсем скоро получат очередники. Площадь жилья, предоставляемого сиротам, от 20 до 30 квадратных метров на человека. Одно из обязательных требований, предъявляемых администрацией при покупке таких квартир – наличие косметического ремонта, чтобы новые жильцы сразу могли въехать. С каждым годом количество квартир для детей-сирот приобретается все больше. В этом году практически рекордное количество – это 28 квартир. Специально сегодня сюда приехали для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии эти квартиры, которые приобретает город. Почему? Потому что очень важно, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могли приехать в хорошие, нормальные, комфортабельные условия. Очередники получают квартиры на правах социального найма на 5 лет. Это исключит мошеннические схемы в отношении жилья детей-сирот. Хотя детьми получателей квартир назвать сложно. Сейчас средний возраст претендентов на жилье примерно 25-27 лет.